Ой. Добрый день, дамы и господа. Давненько мы с вами не виделись. Я в уме, почти в здравии, чего и вам желаю. Весна, весенняя охота в самом разгаре. Мотаюсь по областям. Ну, вот сейчас вот провели 5 дней в Тверской области. Пытались добывать глухарей. Добываем, где-то мажем, что-то снимаем. Даже не разбираю, все складываю, потом разберемся. Приехал домой подлечиться на сутки, помыться, побриться. Звонит мне мой давнишний приятель Валерий Яковлевич. Это охотник от подошв до макушки, человек интересный. Жалко, правда, не публичный, но я думаю, мы все-таки рано или поздно до него доберемся. Звонит и говорит: поехали на утряночку на гусей. Ну, собрались спонтанно, не готовились, прыгнул в машину, поехал. Не обошлось без приключений, пока приехали, пока побуксовали традиционно. Уже начинало светать, побежали, кое-как заняли позиции, соорудили что-то похожее на скоротки. Отохотились. Снимал, конечно, традиционно плохо. Ну, потому что когда на тебя заходит стая гусей, а ты должен вот это маленькое мутное окно их поймать, а их не видно, они черные точечки. Вот, при этом еще хочется выстрелить. В общем, что получилось, то получилось. Оператор из меня еще тот. Кайфанул от компании. Положительные, самодостаточные, взрослые люди. Без эксцессов, вообще без всяких напрягов. Поэтому даже практически любая охота зависит полностью от компании. Был один интересный эпизод. Рядом с нами охотились трое местных парней. Ну, ребята были однозначно лучше нас подготовлены. Пришли они раньше. Охотятся они уже не первый год там. Ихние позиции, как нам казалось, были выигрышные. Стреляли они, разумеется, больше. Так вот, ребята без долгого раздумья подошли и сказали: присоединяйтесь к нам, давайте охотиться вместе. Так что, как ни крути, нормальных людей, на самом деле, значительно больше, чем нам кажется. Познакомились, нашлись общие интересы, знакомые. Впоследствии они пытались нам отдать еще и своих гусей. Кайф, общайтесь. Везде нормальные люди. Я уверен, что с этими ребятами мы еще встретимся. Ну, в общем, смотрите на мой тяп-ляп ролик. Всем желаю добыть своего весеннего гуся. Ни пуха, ни пера. Вот сейчас смотри, должен. Ну. Двух выбили. Сзади кто-то орёт. Мани, мани, Володя. Добивай, добивай. Молодец. Молодца. Ну что, с почином, пареньки? Да. Мазилы! Мы попали! Все туда уходят обратно. Мы попали, точно. Добродушное лицо охотника. Снимаем,
Все будет. Вот как охотятся люди. Ну чё? Нормально? Или заедает? Чё, заело? Опять? Нет, сейчас нормально. Только чё, не выбросилось. Нет. Urgan başkı çayap bamıyoy, kurul başkı sandılarım ey, anı yaştan nazır.